У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты. Все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня ЦСКА встречается с Краснодаром. Сейчас у всех будет отличная возможность понять, чего стоит сегодня ЦСКА. Этой команде осталось рукой подать до второго по значимости клубного турнира Европы. Но последний шаг, как мы знаем, он трудный самый. Поэтому футболистам нужно сконцентрироваться и застолбить за собой текущее место новыми победами. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. И смотрим на состав ЦСКА. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Посмотрим на состав Краснодара. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Мы все до сих пор с радостью вспоминаем, как московские армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году. Да, это была первая в истории победа российского клуба в Еврокубке. Итак, игроки ЦСКА разыграли мяч, игра началась. Действительно, это должна получиться классная игра. Давайте посмотрим. Отлично сыграно, надо решать. Шарль Каборе. Сергей Петров. Мамаев. Может получиться интересная атака. Мяч вышел за пределы поля, и ЦСКА будет сбрасывать. Загой. Надхо. И в зону атаки мяч переходит. Шарль Каборе. Шатов. Московский ЦСКА и равная ей по силам команда выходят на поле. Посмотрим, что нам сегодня покажут оба клуба. Будет ли это осторожная игра или наоборот команда ринутся обмениваться ударами, это совсем скоро мы узнаем. Надхо. Пока неплохо. Головин. Удар нужен! И справляется вратарь с этим ударом. ЦСКА готовится исполнить угловой удар. И прямо в центр штрафной мяч летит. Загоев. Березуцкий. В этой атаке оборону пройти не удалось. Алан Загоев. Муса. Блестящий. Надо забивать! На бабки! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. В центр штрафной подан мяч углового. Мимо цели. Тут сложнее было промахнуться, чем попасть. Да, все шло к тому, что счет в этой игре будет открыт. Однако, не в этот раз. Ничего страшного, бывает.
Это может быть опасно. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Щенник. Посмотрим за этой атакой. Муса. Алан Цагой. Сбрасывает мяч. Маурисио Перы. Перы. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Потерял он мяч, но кому он достанется? Федор Смол. Мамаев! Угловой удар, мяч у Краснодара. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Двойка. Мамаев! Вратарь! Вот это сейв! Будет угловой, и это, конечно, возможность забить и выйти вперед. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Удар! Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Александр Головин. Алан Загоев. Георгий Щенник. Это может быть опасно. Андрей Синицын. Перейра. Либраснав. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. 3 минуты будет добавлено. Бибрас Надхо. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. Угловой для Краснодара. И вот сейф там еще раз показывает. Шикарно исполнил, а? И прямо в центр штраф. Александр Мартынович. Хорошую позицию занял вратарь. Бить можно и забивать. Вратарь не подвел. Первый тайм совершен. На табло нули. В первом тайме он был едва заметен. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Удар нужен! И справляется вратарь с этим ударом. Двойка. Мамаев!
Краснодар начинает второй тайм. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? И как пробит? Блестящее спасение! От углового флажка ЦСКА ведет мяч в угол. Похоже, готовится замена. Самое скопление игроков в угловой пол. До нападающих мяч не дошел. Удар! В этой атаке оборону пройти не удалось. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Есть хороший адрес для передачи. Каборе. Василий Березуцкий. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Но так нельзя играть в обороне. Александр Головин. Надхо. Игнашевич. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Выбит мяч из штрафной. Павел Мамаев. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Свежий игрок выходит на поле у Краснодара. Мяч в штрафной. Не может его вынести защита. Муса. Понтус в Берну. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Юрий Газинский. Мяч в зоне атаки. Юрий Газинский. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует он. Замена в составе Краснодара. Загой. Георгий Миланов. Муса. Надхо. Алексей Березуцкий. Алан Загой. Армейцы атакуют. Вибрас Надхо. Алан Загой. Александр Головин. Забивать нужно! Ух, какой отбор! Спокойно выбивает мяч далеко в поле. ЦСКА будет сбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Надхо. Алан Загой. Георгий Милан. Отобран мяч. Надо возвращаться. Сергей Петров. 15 минут до конца основного времени матча. Олег Шатов. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Юрий Газинский. Совсем не обязательная потеря. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пас на ход партнером. Оставляет мяч для навеса. Краснодар пробьет угловой. И прямо в центр. Федор Смолов. Шанс для Краснодара. Подача от углового флага. Свежий игрок выходит на поле у ЦСКА.
И прямо в центр штрафной мяч летит. Пытается защита выбить мяч. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Голов команды пока друг друга не забили. Возможно, последние 5 минут что-то изменит. Рикардо Лабор. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Юрий Газинский. Пока неплохо. Атака остановлена, но кто получит мяч? Продолжает идти вперед. Судья добавляет 3 минуты. Рикардо Лабор. Либра Снатху. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. Кажется, игра так и закончится ничьей. Ну что же, позади 90 минут игры, счет по итогам этих минут равный. Двойка. Мамая! Неплохо действует игрок. Мяч отобран и что-то. И как пробит. Блестящее спасение! Пас на ход партнеру. Оставляет мяч для навеса.